Да, войдите. Как спалось, барышня? Не приснилось ли чего? А ты почему спросила? Так ведь пятница. А сон на пятницу – вещи. Здравия желаю, Николай Васильевич. И вам не хворать, Антон Андреевич. Что-то совершенно не складывается пасьянс сегодня. А что так? Позвольте взглянуть. А здесь так... Вот же, валет Бубей. Точно. Валет Бубей идет на даму. Да, мысли потеряли свою быстроту. И не говорите, Николай Васильевич, вы знаете, у меня то же самое. Такое ощущение, что мы просто теряем былую легкость. Скажите, неужели никаких происшествий? Преступлений? Нет, почему же? Вот. Пропала левретка. У госпожи Митрофановой особые приметы. Здесь это. Так, а... И это все? Увы. Дежурный доложил сегодня ночью. Приходил почмейстер Софьянов. Да, дочь его сбежала из дому с целью тайного венчания. Так. Шумел, требовал разобраться. Можно я? А утром, когда молодые вернулись, он растаял и благословил их. В таком случае, что ж, я займусь левреткой. Да, займитесь, Антон Андреевич. Я уверен, вы справитесь с этим делом. Да-да, я отыщу похитителя собак. Ибо тот, кто сегодня украл теленка, завтра украдет быка. Любопытно. А кто художник? Совсем неизвестный. Какой-то Матисс. Ну, ведь мило, не правда ли? Не знаю, по мне так очень вычурно. Лучше расскажи мне про дуэль. Ах, Саша. Да что тут рассказывать? Два ее парижских поклонника что-то не поделили. Один престарелый французский виконт, другой русский студент из разночинцев. Они стрелялись. Глупость несусветная. Слава богу, что оба живы остались. А что же Анна, на чьей она была стороне? Она ничего не знала о дуэли. И никому из них авансов не делала. Но Рябушинский писал, что... Мало ли что писал этот Рябушинский! Этот господин вечно раздует из мухи слона. Муж побелел от ярости, когда прочитал его статью.
и потребовал, чтобы она немедленно вернулась домой. А ведь ей оставалось всего полгода до окончания курсов. Прости меня, Маша, но ведь женщина-врач – это просто скандал какой-то. А не следует поскорее выйти замуж, пока ее красота не поблекла. Помилуй, Саша. Приличных женихов в городе нет. За кого прикажешь ей идти? К тому же она и слышать ничего не хочет о замужестве. Годы учебы в Париже не прошли для вас даром, Анна Викторовна. Ставлю вам отлично. Спасибо, доктор. Можно зашивать. Анна Викторовна, вас там ждут на улице. Хорошо. Спасибо. Наталья Павловна, ну как же я вам рада. Я еду в Москву по делам императорского человеколюбивого общества. Ой, боже мой. Вот решила сделать остановку в Затонске. Ну как ты? Скучаешь по Парижу? Ой, я так ужасно. Пари мемо, фоль монг. Я тоже, конечно, скучала, а сейчас уже привыкла. Да и потом, знаете, людям везде помощь нужна. Хоть в Париже, хоть в Затонске. Это правильно, это правильно. Ну, я вижу, ты здорова, покойна, занята делом. А остальное уж Господь управит. Баронесса фон Берг! Да? Ваше сиятельство, вам письмо. Спасибо, любезный. Что тебе? А! Сейчас. Ступай, любезно. Ты позволишь? Конечно. Но я любопытна. Анненстан. Одна дама просит похлопотать о ней при дворе. Завтра она будет в Затонске. Нет, ну надо же. Какая история. Придется задержаться еще на несколько дней. Наталья Павловна, ну как вы добры? Вы всем готовы помочь? Ну. Je ne suis pas un ange. Я, да, вовсе не ангел. Просто это дело благое, хотя и несколько деликатное. Но как женщина, как мать, я не могу ей отказать. И слушать ничего не хочу. Здравствуйте. Этот человек невиновен, должен быть оправдан. Ну, баронесса, извольте. Дело-то хлопотное. Потребуется средства, мой адвокат. А, Макель, проблем. Не извольте беспокоиться. Я приглашу самого лучшего. Какая глупость. Макель Бетис. Мадемуазель, что с вами? Вам нехорошо? Сейчас, голубушка. Это нюхательная соль. Кэски сипас. Расскажите мне, что у вас произошло? Может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь? Я мовась ситуацию. Я тысячу раз подавала прошение. Я снова приехала в Петербург. Ответа нет. Паз это нам. Неудивительно. О ком вы хлопочете? Штольман Яков Платоныч. И кем он вам приходится? Никем. О, мон дью, ма повар шери. Но вы знаете, мне кажется, вам теперь одной нельзя оставаться. Макель бель персон. И у меня очень хорошие связи при дворе. Я постараюсь вам помочь. Ну что, вы согласны? Ой, мадам. Ну и отлично. Парфе. А вы плакать не надо. Ну что, моя дорогая, я более не увижусь с тобой. Макель, бонни идеи. Я завтра устрою заседание местного благотворительного комитета и буду счастлив, если ты придешь. Avec plaisir. Ну, тогда до завтра. До завтра.
Ванат, должен сказать, что в платье сестры милосердие тебе весьма и весьма к лицу. У меня к тебе просьба. Впредь, когда ты будешь приобретать платье или шляпки, все счета за них, будь любезна, присылай мне. Знаешь, дядя, у меня здесь не так много поводов менять шляпки и наряды. Ты пользуйся щедростью Петра Ивановича, Аннушка. Пока его опять не окрутила какая-нибудь дама. Не-не-не-не, ни в коем случае. Я останусь верен памяти Зизи. Хоть в свете и говорят, что я женился по расчету, однако это не так. Я к ней был по-настоящему привязан. Я тут написала пару страниц любви. Хотите? Зачитаю? Нет, уволь, Маша. Я, конечно, очень рад, что твои литературные опусы высоко ценят в дамском журнале, но, извини, я должен работать. Мои опусы? Благодарю покорно. Не смею тебя удерживать. Слушайте. Итак, что есть любовь, как не страстное желание познать душу любимую? И не о такой ли любви в тихие минуты грезит каждое женское сердце? А чего же мы мало встречаем понимания в мужчинах? Быть может, они очерствели, погрязли в делах или просто разучились любить. Пошла вон. За 60 верст ехали. По дороге колесо сломалось. Пришлось на постоялом дворе карету менять. Главное, приехали с Божьей помощью. Откушать изволите? Нет, спать пойдем. Завтра утром нас разбуди пораньше. Какие красивые. Спасибо. Природа пробуждается. Не за горами весна. Как поживаете, Антон Андреевич? Часов не считаю, кроме счастливых. А впрочем, вы знаете, все больше скучаю. И черт знает, на что трачу свои сыскные способности. Вчера, к примеру, весь день искал пропавшую ливрет. Нашли? Нашли. И вы знаете, должен сказать, дело оказалось прелюбопытное. Хозяйка этой моськи все указывала на соседей. Дескать, отравили, отравили. Ну, всегда. У соседской коровы вымя, кажется, больше. А я лично считаю, что если у моего соседа горит стена, то это мое дело. И что вы думаете? Украл собаку возлюбленной ее дочки. Зачем? Чтобы потом вернуть и заслужить расположение маменьки своей возлюбленной. А впоследствии просить руки и сердца. Какая чудная история. А вы ранены? Да. Почему ко мне не пришли зашивать? Доктор Милов постарался. Кавы каном. Анна Викторовна. А что вы делаете сегодня вечером? Может быть, посидим где-нибудь, поиграем в шахматы, вспомним наши былые приключения? Антон Андреевич, все это в прошлом. Ну как же, а знаменитый Сметень? М? А дело князя Тьмы одно чего стоит? Ну, впрочем, вы правы, все это в прошлом. Да и слава богу. Смотрите, как хорошо. Кажется, уже несколько лет в городе ничего не происходит, все тихо. И это просто... замечательно. Антон Андреевич, насилу вас нашел. Что стряслось? Антон Андреевич, убийство. Анна Викторовна, я вынужден вас покинуть. За мной. Сударыня, вам сюда нельзя. Это место преступления. Аглаюшка, что же ты такое делаешь-то? Как же так, душенька моя? Самая хорошая. Молодец. Где ж ты так поранился, а? Не говори, паршивец. След вот как будто от гвоздя.
Гвоздь был? Ну, в заборе торчал. Опять ты в монастырский сад залезала. Ну, у них там катки с мочеными яблоками в сарае стоят. А что это у тебя такое? Вот здесь. А? Оп. Держи. И не ходи больше в чужой сад за яблочками. А слыхали, сестрица? Там нынче ночью-то женщину с перерезанным горлом нашли в гостинице. Кошмар какой. Лиза! Лиза! Да где же ты? Все, приходится делать самой. Анне Викторовне Мироновой, письмо. Проходи. Велено передать в собственные руки. Конверт из гостиницы. Кто передал? Барыня, он не велел говорить. Кто? Имени не знаю. Из себя высокий, худой, важный. Утром сегодня в город приехал. Ладно. Ступай. Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, Николай Васильевич. А доктор где? Так вы же сами его на место преступления. Верно. Совсем забыл. Ну что ж, зайду в другой раз. Николай Васильевич, что с вами? Вам плохо? Ничего. Просто продохнуть не могу. Так, в груди болит, в лопатку отдает. Покорнейше прошу прощения. Я человек старомодный. Мне трудно представить женщину в роли доктора. Молчите, пожалуйста. Ага. Так, и давно это у вас? Что? С полчаса. Как только он появился, после этого сразу в груди чрезвычайные стеснения начались. Ну, все понятно. Что понятно? Нервы у вас ни к черту, Николай Васильевич. А, да. Нервы. Так. Вот это выпить сейчас. С собой я вам еще накапаю. Но все-таки вы, пожалуйста, к доктору зайдите на днях. Пусть вас Александр Францевич посмотрит. Благодарствую. Убитая Аглая Степанова, горничная 37 лет, прибыла в монастырь на Богомолье вместе со своей хозяйкой, вдовой генеральшей Елисеевой. Опросили свидетелей? Привратница на рассвете услышала шум на втором этаже. Поднялась проверить, но все было тихо. Утром пришла будить паломниц. Горничная не отозвалась. Выломали дверь, а там труп. Выломали? Да, дверь была закрыта изнутри на шпингалет. Окна тоже не открывались. По городу уже слух пошел, что тут без злого духа не обошлось. Ну, злой дух или добрый, это мы разберемся. Почему территория не оцеплена? Да от кого оцеплять-то? Все уехали. А я вас тут уже полчаса дожидаюсь. А ты что, не знаешь, что убийца очень часто возвращается на место преступления? Правда? Правда. Что я вам говорил? Александр Францевич, ждите нас здесь. Возьмем с Политиным. Ты ничего. Анна Викторовна, мне уже гораздо легче. Удивительно, это наука, современная медицина. Да. Все эти новые открытия просто потрясают воображение. Генетика, наследственность, гипнотизм, гигиена. Николай Васильевич, да кто же вас так напугал-то? Сегодня утром
ко мне в отдел с новым назначением явился господин Штольман. Я чуть со стула не рухнул. А разве вам ничего не сказали? Сударь! Что вы здесь делаете? Медленно поднимите руки. Полиция. Немедленно бросьте револьвер. Так медленно или не медленно, вы определитесь. Бросьте револьвер! Не могу, важная улика. Что? Приветствую вас, Антон Андреевич. Опять усы. Яков Платоныч. Ну что вы замерли, как будто привидение увидели? Вы живы. Как видите. Ба! Яков Платоныч, вы ли это? Так говорили, живых вас нет. Позвольте, я обниму вас. Рад вас видеть, Александр Францович. А вы совсем не изменились. Такой же молодой и красивый. Что за улику вы обнаружили? Револьвер найден под кроватью. Из него стреляли, возможно, совсем недавно. Господин Штольман, позвольте поинтересоваться, каковы ваши полномочия в расследовании этого дела? Новое назначение, Антон Андреевич. Податель сего, господин Штольман Яков Платоныч, назначается на должность судебного следователя в город Затонск. Удовлетворены? Господа, это, конечно, прекрасно. Это значит, мы снова вместе. Это событие непременно надо будет отметить. Ну, а сейчас, позвольте, я займусь своими прямыми обязанностями. Разумеется, Александр Францевич. Где вы были все это время? Почему вы не сообщили о себе? Я думаю, у нас будет еще время об этом поговорить, а сейчас давайте займемся делом. Господа, что я могу сказать? Судя по характеру раны и глубины раны, это, конечно, никакое не самоубийство. Ее однозначно зарезали. Похоже, она пыталась нарисовать петуха? Интересно, зачем? Если таким образом она хотела указать на убийцу, не проще ли было написать имя или фамилию? Или рисунок нарисовал убийца, чтобы сейчас вы задали мне этот вопрос. Покидать гостиницу через парадное рискованно. Там сидит привратница. Думаю, убийца убежал через то окно. Нитка. Обыкновенный черный хлопок обычно из такого шьют монашеские одеяния. Умно. На черниц никто никогда не обращает внимания. Для обывателя они все на одно лицо. Это уже зацепка. И в монашеском облачении. Признаться, я скучал по вам, Антон Андреевич. Рад, что мы снова будем работать вместе. А я не рад. Совсем не рад. Долгие годы мы почитали вас мертвым, и тут вдруг вы появляетесь живы и здоровы. Так объясните, пожалуйста, почему вы не прислали весточку, письмо или телеграмму, что-нибудь, любое послание? Ведь вы не могли не понимать, как она глубоко страдает. Если я не давал о себе знать, на то были веские причины. И позвольте мне не посвящать в них вас. А что до моих отношений с Анной Викторовной? Вас это не касается. Еще как касается. Анна Викторовна мой друг. Она дорогой и близкий мне человек. А вы? Рад это слышать.
Яков Платоныч, ну хотя бы пару слов для моих читателей. Ваше загадочное исчезновение 5 лет тому назад наделало столько шуму, что теперь вы просто обязаны дать объяснение, иначе сплетни пойдут. Сплетен я не боюсь, господин Рябушинский. Но если вы настаиваете, объяснение дам. Служил в разных городах России, выполнял особые поручения. Ну помилуйте, ну такое объяснение — это все равно, что ничего. Хоть убейте, больше ничего не скажу. Лучше вы расскажите мне, как идут дела в городе. Яков Платоныч, хуже некуда. За все 5 лет ни одного стоящего скандала или злодейства. Писать совершенно не о чем. Хоть о сотворении мира расследование начинай. Вы попробуйте, я уверен, с вашими талантами вы и там разыщете сенсацию. Лиза, мне письма были сегодня? Нет, барышня. Нет? А ты уверена? Да. Ага. Живой. Письма не приносили? Нет, господин Штольман, для вас ничего нет. Добро пожаловать, сударь. Чем могу служить? Нет, я сожгу это письмо. Маша, это бессмысленно! Послушай, Штольман в городе, он получил сюда назначение, это надолго. Рано или поздно они все равно встретятся. И она все узнает. Отдай его мне. Только попробуй передать его ей. Я сам решу, что с этим делать. Строишь из себя главу семейства. А на самом деле тебе давно плевать и на меня, и на дочь. Как ты можешь так говорить? А разве у меня нет оснований? Тебя вечно не бывает дома, и ты постоянно занят. Виктор, она должна уехать. Скажи ей, что отпускаешь ее в Париж. В Париж? Пожалуй, в этом есть резон. Прошло уже 3 месяца, страсти давно улеглись, и одуление никто не помнит. Да. Ты права. Лучше ей быть в Париже, чем с этим господином. Что за нелегкая его принесла? Полагаю, первый вопрос, как преступник проник в келью. Думаю, это совершенно очевидно. Убийца знал, что горничная и генеральша приедут, и он заранее поджидал здесь жертву. Спрятаться он мог где угодно, да хоть в этом шкафу. А где вы нашли револьвер? Лежал здесь, под кроватью. А, это интересно. Интересно другое. Как преступник вышел из кельи, заперев изнутри дверь на шпингалет. Изволите меня экзаменовать? Это могло быть что угодно. Способов масса. Нитка со специальным узелком или же дамская шпилька. Вот она. Я обнаружил ее вот здесь, за дверью. Вы не заметили? Меня беспокоит другое.
Вот эта кровь. Это не след от руки, а капли. И они слишком далеко от тела. Ну, то есть, кровь не могла брызнуть так далеко. Возможно, горничная, защищаясь, стреляла в нападавшего. В таком случае мы должны были найти пулю, но ее нигде нет. И никаких следов. Значит, пуля в теле убийцы. Вот и начала моя хозяйка после смерти генерала. Этого Апраксина привечать. Вдовы на молодых мужчин. Ладки бывают. Да какой он мужчина? Какой он мужчина? Юнец без усы. Молоко на губах не обсохло. 17 лет ему. Сирота подкидыш. Апраксин, говоришь? Так знаю его. Резвый малый. До петушиных боев большой охотник. Ирина Алексеевна ему денег давала. А он все там это проматывал. А неделю назад она ему от дома. Ты отказала? Ты что же думаешь, это он горничную пришил? Да кто же еще? Аглая-то его сразу раскусила. Хотела сначала хозяйку образумить, а так как голову потеряла. А еще Аглая перед смертью куриную голову кровью на стене нарисовала. Неспроста. Видимо, хотела на убийцу своего указать. Ирина Алексеевна, а как давно у вас служила убитая Степанова? Уже почти год. Успела к ней привязаться. Вы же знаете, как сейчас трудно найти хорошую прислугу. Нет, я не знаю. Скажите, вы сообщили уже ее родственникам? А родственников у нее не осталось. Она была очень одинока. Всю жизнь в услужении провела. А может быть, какие-то подруги или... Может быть, сердечный интерес? Да бог с вами. Моя Аглая была порядочна. Да и не всех она уже лета. Подруг тоже не было. Наш дом стоит особняком. Я после смерти мужа мало кого принимаю, да и сама крайне редко выезжаю. С кем ей было дружить? Да, друг не гриб. В лесу не найдешь. Антон Андреевич, день добрый. Я готов к официальному разговору. Позволите? Разумеется. А кто этот господин? Штольман, судебный следователь. Я также веду это дело. Откуда у вашей горничной револьвер? Револьвер? А так это же мой. На всякий случай держала дома. Но когда уже собрались ехать в монастырь, Аглая посоветовала его взять с собой. И положила в свой саквояж? Да. А что здесь странного? Ровным счетом ничего. Ваша горничная была храброй женщиной и успела выстрелить в нападавшего на нее преступника. А вы не слышали выстрела? Нет. Нет, выстрела я не слышала. Видите ли, я каждую ночь принимаю лаундаун. Очень крепко сплю. Войдите. Госпожа Елисеева, вам письмо от баронессы фон Берг. Помог с вами, Господи. Как я могла запамятовать? Передайте баронессе мои извинения. Нынче вечером я непременно буду у нее. Скажите, а могу ли я похоронить Аглаю здесь, в Затонске? Лично я не вижу к этому никаких преград. Но вы должны понимать, что тело будет храниться в нашей прозекторской, в здешней больнице до окончания следствия. И вас, Ирина Алексеевна, я попрошу на некоторое время задержаться в городе. Да, разумеется. Я переехала в гостиницу. Вы всегда меня там найдете. Еще один вопрос. На стене в келье был обнаружен рисунок петушиная голова. Вы не знаете, от чего Аглая могла нарисовать ее перед смертью? Знаете, ведь она была неграмотна.
Толком даже своего имени не могла написать. Ну почему? Петушиная голова. Не знаю. Не знаю. Ну что ж, мадам, я вижу, что вы достигли многого. Хотя совершенству нет предела. Поистине горжусь затонским отделением императорского человеколюбивого общества. Je vous remercie du fond du cœur. Не смею более задерживать. Марья Тимофеевна, задержитесь, голубушка. Что это она не пришла? Даже не знаю. Наверное, опять задержалась в больнице. Но сейчас она уже наверняка дома. Наталья Павловна, может быть, заедете к нам? Окажите честь. Ой, я бы с удовольствием. Je ne peux malheureusement pas, ну, никак не могу. У меня сегодня очень важная встреча. Да, голубушка, Монанж, прошу вас, передайте Анне поцелуй мою любовь. Непременно. Ваша. С этим шахмантом персон. Merci, мадам. Au revoir. Au revoir. Да, войдите. Еще не спишь, душа моя? Ну, ты что-то очень бледно выглядишь. Уж не заболела ли? Ну, просто устала. Всегда не по себе, когда ты в этой больнице. Там столько заразы. Пап, вы хотите со мной о чем-то поговорить? Да. Впрочем, тебе же все равно. Вот вы где, Анна. А у нас с отцом для тебя прекрасная новость. Виктор, ведь ты уже сообщила Ане о своем решении? Кто здесь? Вы позволите, Наталья Павловна? Я вдова генерала Елисеева. Я писала вам. Угу. Это вы? Да-да, проходите. Асаеву, мадам. Вообще-то я давно вас жду. Прошу меня простить. Наша встреча должна была состояться утром, но трагическое событие. Да, я слышала. Ваша горничная, бедная женщина. Макелюр. Поверьте, я все понимаю, но ваше письмо так глубоко тронуло меня, что я решила задержаться в городе исключительно ради встречи с вами. Покорно благодарю. Тогда не будем терять времени. Дела подобного рода, как вам, возможно, известно, могут быть решены только при личном участии государя. Я помогу вам правильно составить прошение. Поверьте мне, c'est très important. Когда вы собираетесь приехать в Санкт-Петербург? Благодарю вас, Наталья Павловна. Но дело в том, что я в скором времени отправляюсь за границу. Вот как? Да. Мои планы поменялись, и намерения тоже. Анюта, мы тут с твоей мамой посовещались, и она решила, раз
о той дуэли уже все забыли и страсти улеглись, то ты могла бы вернуться в Париж и закончить свое образование. Да. Ну, что скажешь? Разве ты не рада, Аннушка? Рада. Да, я правда рада. Париж — это же самое лучшее, что сейчас может быть. Да. Париж — это всегда хорошо. Да. Ну, вот и слава богу. В таком случае я распоряжусь насчет денег, и через несколько дней можешь ехать. Спасибо, папа. Смерть неизбежна. Баронесса фон Берг, знатная дама, подруга императрицы. Найти ее убийцу – дело чести. Приложу все усилия, Николай Васильевич. Вчера в трактире городовой услышал один интересный разговор. Простите меня! Барышня, сюда нельзя!